Кремле встречались с великим Сталином, руководителями партии и правительства, лучшие представители колхозного крестьянства. Незабываемые встречи, они вдохновляли мастеров социалистических полей на новые победы. Представители свободных народов Многонационального Советского Союза приносили сюда горячие чувства любви, преданности и благодарности товарищу Сталину и его соратникам. Результаты пройденного пути, борьбы и лишений, приятно и радостно иметь свою конституцию, трактующую о плодах нашей победы. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая, нашими людьми не прошла даром, а дала свои результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед, поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.
13-й съезд был новой демонстрацией несокрушимой монолитности большевистской партии, преданности и любви к Центральному комитету, к вождю народов, родному Сталину.